Добрый день! В сегодняшнем видео мы рассмотрим, как подключить ESP32 к Arduino IDE и прошьем первую программу. Для этого нам необходимо будет установить драйвер SP2102, а также установить поддержку ESP32 под Arduino IDE. Как установить драйвер, я повторяться не буду, я дам ссылку на более раннее видео для ESP8266, где мы устанавливали поддержку этого драйвера. Единственное, что мы сделаем, это установим поддержку ESP32 в Arduino IDE и прошьем программу Blink. Скажем так, это видео будет первое знакомство. Перейдем к установке. Для того, чтобы установить поддержку ESP32, копируем ссылку из-под видео, вставляем ее в браузер и скачиваем необходимую нам библиотеку поддержки, нажимая Download Zip. Я это скачал ранее, чтобы не задерживаться. Нажимаем Show Folders и переходим в сам архив. Далее содержимое архива нам необходимо будет разархивировать в пользовательскую директорию Arduino, создав перед этим папку Hardware ESP.RSSIF. Далее вставляем наш архив и после того, как он скопируется, переименовываем данную папку в ESP32 для простоты понимания. После чего в папке Tools мы должны запустить файл get.exe, который скачает все необходимые поддержки нашего оборудования и проведет их установку в Arduino IDE. По завершению данной процедуры открываем Arduino IDE и подключаем наш модуль. В пункте меню Tools выбираем ESP32 Dev модуль. Контакт LED заменяем на первый цифровой контакт и прошиваем программу. Как видим, модуль работает. Если интересно сделать сравнение данного модуля с более старым модулем ESP8266, напишите в этом комментарии. А также напишите, какие из функций и что именно вам было бы интересно узнать про данный модуль. На этом все. Подписывайтесь на канал. Если понравилось видео, ставьте лайки. И до встречи на канале.